YouTube его видео Way Out фильма с тритомом в вейкбординге. Дело в том, что вейкбординг как вид, как направление, как спорт эволюционирует, и то же самое делать, да, 360-ки разогревочные, поверьте, если вы вбьете Никита Мартьянов в социальных сетях, то вы увидите, что этот человек мирового, это запредельного уровня, это один из немногих спортсменов, который продолжает тренироваться и летом, осенью, весной, круглый год, вне зависимости от сезона. Так вот, его видео Way Out, это видео о том, где он использует лебедку. И они эту лебедку приносят на любую вообще абсолютно площадку, может быть, водохранилище, на какую-то, как это сказать, плотину, на небольшую там любую поверхность, желательно, чтобы это было в черте города, бетон, там, она разбирается, и вот ее используют для того, чтобы воплотить в жизнь сложнейшие и также его большой ребенок Троп. Фильм про то, как он на леднике выдает максимум. В общем, Никита Мартьянов, это человек, который с 13 раз становился чемпионом России. Да. 13 раз, ты представляешь? Огромное количество подиумов на международных соревнованиях в Европе и африканских вейкборд-чемпионатах. Ребят, поэтому он до сих пор...